Всем привет! Говяжий семенник, мужские половые железы, изысканный деликатес, являются отличным источником белка, который легко усваивается организмом. Семенники крупного рогатого скота считаются прекрасным диетическим продуктом, так как в 100 граммах содержится не больше 230 калорий, то есть они низкокалорийны. Рекомендуется употреблять при диетах. Говяжьи железы приносят пользу организму при восстановлении после операционного периода, положительно влияют на состояние репродуктивной и нервной систем. Их употребляют для восстановления опорно-двигательного аппарата, имеют свойство поддерживать упругость кожи. Семенники рекомендуют включать в меню при упадке жизненных сил и для повышения потенции, так как они содержат тестостерон. В их составе содержатся почти все необходимые минералы для нормального функционирования всех систем организма. Химический состав бычьих яиц. Холин, витамины, В1, В2, В5, В6, В9, В12, Е, H и ПП, а также необходимые человеческому организму минеральные вещества. Калий, кальций, магний, цинк, медь, марганец, железо, хлор, сера, йод, хром, фтор, молибден, олово, кобальт, никель, фосфор и натрий. Я их никогда не пробовала, но мой муж кавказец сказал, что они очень вкусные, и мы без раздумья купили целых 3 килограмма. Для начала их нужно хорошо промыть. Затем делаем небольшой продольный разрез глубиной до 2 см. И аккуратно пальцами стягиваем верхний слой плотной оболочки, как бы выворачивая семенник наизнанку. Тщательно смываем из кусочков мяса всю семенную жидкость. Урал решил сразу разрезать их напополам и хорошо промыть. Все яйца готовить не стала, половину убрала в морозилку. Оставшуюся часть складываем в кастрюлю, наливаем воды и ставим на плиту. Нужно, чтобы семенники закипели и немного поварились, так как в яйцах содержится много жидкости. И если их не проварить, то в сковороде они все равно пустят сок. А я хочу их пожарить, так они будут гораздо вкуснее. Когда проварятся, примерно 5-10 минут, слить в дуршлаг, промыть. И можно нарезать удобными кусочками. Теперь они готовы к жарке. Вливаем масло в раскаленную сковороду. И
и выкладываем семенники. Жарим до золотистого цвета. Для пикантности в конце можно добавить чеснока. Все, продукт готов. Приятного аппетита! Ну что, пробуем бычьи яйца. Семенник говяжий. И тут, правда, еще бараньи яйца. Вполне нежное, вкусное мясо. Запаха никакого не отдает. Очень вкусно. Приятного аппетита. Спасибо.